области здесь, в зале, более 2000 человек. Для детей это настоящее путешествие в новогоднюю сказку. На манеж выходят верблюды, отдает поклоны конь, артисты демонстрируют чудеса акробатики. Дрессировщик Дан Запашный со своей питомицей Мальтой особенно полюбились зрителям. Обезьян всегда сравнивают с людьми, и, в общем-то, хотел сделать такое что-то необычное. Репетировали достаточно долго, чтобы подготовить такой номер. Опытному человеку нужно хотя бы года 2,5-3. Праздничное настроение на областной новогодней елке ребятам дарят каждый год. Новый год – это всегда праздник, а цирк для детей – это особенный праздник и особенная радость. Я очень надеюсь, что сегодня все ребята, участники этого мероприятия, получат настоящее новогоднее настроение и незабываемые впечатления. Для детей-сирот, зачастую обделенных теплом и заботой, этот день поистине волшебный. Как будто они сказочно это делают. Они так прыгают, как будто их с веревочкой привязали, и они прыгают так. Мне понравились клоуны, потому что они смешные, веселые. Мне больше всего не понравились акробаты, потому что они исполняют разные интересные трюки, которые не могут исполнить, ну, другие. После такого праздника, говорят ребята, восторженное настроение сохранится на весь следующий год. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, события.